Невская палитра представляет новинку в серии Декола – акриловый грунт на водной основе в баночках по 100 мл. Грунты представлены в белом и черном цветах и предназначены для подготовки поверхности под работу с акриловыми красками. Загрунтовать можно картон, холст или деревянные изделия. А дальше заняться росписью или декорированием в различных техниках, например, декупажем. Грунт быстро сохнет и медленно расходуется, а после высыхания становится матовым. Подготовка к работе. Если вы грунтуете дерево, то убедитесь в том, что оно не требует шлифовки. Перед началом работы хорошо перемешайте грунт прямо в банке или на палитре. Грунт можно наносить в чистом виде или разбавить небольшим количеством воды, если требуется совсем тонкий слой. Грунтовка. Наносим грунт плоской синтетической кистью, спонжем или валиком. Набираем небольшое количество грунта и равномерно распределяем его по поверхности. Грунт наносится в 1-2 тонких слоя с промежуточной сушкой. При комнатной температуре слой грунта полностью высыхает за 1 час. Или можно подсушить поверхность феном. Отсутствие липкости говорит о том, что грунт высох. Зачем нужен черный грунт? Белый грунт – это классический вариант для яркой работы. Но черный цвет может стать частью вашего будущего декора. Так вы пропустите этап работы с черной краской. После высыхания черного грунта цвет не тускнеет. Окрашивание. Перед началом работы на загрунтованной поверхности дождитесь полного высыхания слоя грунта. И дальше можно работать с акриловыми красками, контурами, паталью или в техниках кракелюр и декупаж. После грунтовки помойте кисть с мылом или разбавителем, пока грунт на ворсе не подсох. Вдохновляйтесь и творите с удовольствием!